Всем большой привет! И как же дела у моих котлей с интересной посадкой? Скажем так. Дела хорошо? Да, они, конечно же, похудели. Похудели сильно, очень сморщились. Это я вижу, но есть огромные плюсы. Итак, смотрим. Ох, давайте-ка попробуем вот так. Так будет лучше. И у нас здесь... Вон он, новый корешочек. Вон он, растущий корень, растущий кончик зеленый. Прекрасно растет. И вот здесь вот кусочек коры уберем. Вон, видите? Еще два. У одного даже видно вот зеленый растущий корешок. Кончик, вернее, корешка. И второй белый рядышком, он закопался, уже ничего не видно. Они растут, и мне вот видно, камера не хочет ухватить, а вот там вот такое чувство, как будто вот от этой бульбы, что ли, или это просто так развернулся корешок от этой бульбы, там тоже белые молодые корешки, они укореняются. Вот этот вот и свет поймай, и ракурс поймай, и фокус поймай. Вот тут вот молодой ростик, который набух. Он немножко подумал, потужил. И сейчас вот я вижу с подвижки, у него, скажем так, верх начал разворачиваться. То есть видно, что он начал расти. И вот пока я, кстати, крутила-вертела, сама заметила только что. Вот еще один новый корешок только-только из бульбы показался и начал расти. Ой, я увидела, что там внизу. По ризоме и даже вот, смотрите, не очень-очень плохо видно, к сожалению. Да, от ризомы и от старых бульб тоже пошли. Вон он, видите, там, где мой пальчик, белый корешочек. Да, от ризомы и от старых соседних бульб тоже пошли новые корешки, поэтому все будет хорошо. Я довольна. Теперь камеру чуть назад, то она прям вплотную. Я довольна темпами роста. Конечно же, хотелось бы, чтобы они так не морщились. Но я их и опрыскиваю каждый день по листу, по бульбе, вверх мох. И поливаю по просушке. Особо долго сейчас сухими не держу. Но тут вот конденсат есть. И низ действительно видно, что влажный. Поэтому пока рано. Но сухими по несколько дней они у меня пока не стоят. Потому что я хочу, чтобы сохранилась верхушка, наросли корни, и уже в дальнейшем они себя чувствовали хорошо. Так, и второй товарищ тоже все прекрасно. Тоже на время замерла вот эта вот почечка. Ну, посмотрим. Я думаю, что она уже такая пухленькая, хорошенькая. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот тут вот абсолютно шикарнейшим образом. Вот он, новый корешок, и он уже прям врезается в этот блок. Действительно любят эти пробковые блоки орхидеи. Точно говорю, у меня в несколько. Либо поломанные, посаженные в кусочки крупные, либо вот так вот, либо как в кашпо. И корни с удовольствием, прям вот знаете, нам кажется, нежные-нежные, они прям насквозь продырявливают эти горшки, закапываются в них. Вот чем, собственно, сейчас занялся вот этот корешок. Это очень-очень радует. Но там вот предыдущий товарищ очень-очень активно растит корни. Этот, конечно, помедленнее. Я особо их не тревожу, не копаюсь. Но вот пока здесь один. Но при этом... Но при этом, в общем-то, я заметила, что вот эти корни хорошо работают внизу. Потому что там внизу очень быстро, хорошенько просыхает все и впитывается. И, конечно, да, похудели, но не сильно. Листья хорошие, плотные. Видимо, ему хватает того, что у него есть. Ну, вот он, новый корень пошел. Так что все будет замечательно. Будут еще, я очень-очень рада. И кто не помнит,
Вот это у меня Лилия Анцепс Семиальба Кирасел. Очень красивая девушка. Я очень ее жду. Так, а здесь у меня гибрид. Это у меня вот такая Лилия Анцепс Линеата на Лилию Рубессенс. Тоже очень красивые цветы. Тоже очень жду. Вот такие они. Напомню, почему такая посадка. Такая посадка, потому что они растут лесенкой. И сильно прям глубоко закапывать старые бульбы я не хотела. Но хотела создать некую опору для новых бульб, которые будут нарастать. И этой опорой служат вот эти блоки. Почему так много мха? Мы понимаем, что блоки сохнут очень быстро. Тем более, когда они сверху, они так торчат. Они просто моментально сухие. Поэтому вот этот мох выполняет, собственно, функцию того, что он дает влагу всему этому. И полив на самом деле я не замачиваю, я опрыскиваю сверху из своего электрического пульверизатора. Поэтому средний слой субстрата и нижний слой субстрата промокают не сильно. И, собственно, вот этот вот мох позволяет немножко дольше задержать, скажем так, ту небольшую влажность, ту небольшую влагу, которая опустилась ниже по горшку. Пока и мне, и растениям такая посадка нравится, пока полет нормальный, пока наблюдаем. И на этом буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Кстати, у некоторых возникают проблемы с колокольчиком. Говорят, что его нету. Не знаю почему. Проверила все настройки, посмотрела, попросила посмотреть друзей у себя в аккаунтах. У них колокольчик есть. Почему у некоторых пропадает, не знаю. Написала в службу поддержки YouTube. Пока мне ничего, к сожалению, не ответили. Но... к сожалению, больше никак на это я повлиять не могу. Дальше заглядываем в описание. В описании много разных ссылочек. И я сделаю отдельно плейлист про вот этих товарищей. Будет ссылочка на плейлист, где вы сможете посмотреть предыдущие видео про них. Ну что ж, все рассказала. Поэтому еще раз большое спасибо за просмотр. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.